Где вторая повозка? Не знаю, они помчались через реку. Может, твой брат испугался? А может, их лошади понесли? Скорее за ними! Вы поезжайте, а мы вытащим эту повозку. Давай! Скорее! Давай! Время на исходе! Проклятие! Надо разделиться! Спасай Уильяма! Я спасу девчонку! Встретимся у повозки! Не подведи меня, Томас! Направо! Алиса! Мариса, это я! Мариса! Томас! Томас! Лошади понесли, а потом эти индейцы! Я так испугалась! Шшш! Тихо, я здесь! Я так боялась, что они тебя убьют! Меня не так просто убить! Идем, надо вернуться к повозке! Рэй и Уильям ждут нас. Идти можешь? Да, только не уходи от меня. Я так хочу быть рядом с тобой и ничего не бояться.
Вот и где, слава богу. Я хотела бы, чтобы так было всегда. Только ты и я. Остался у повозки. Я не об этом. Он что-то подозревает? Он доверяет нам не больше, чем мы доверяем ему. Он не дурак. Я спрашиваю о нас. Тебе видней. Ты ревнуешь? Ты? Может быть. У тебя нет причин. Сейчас Рэй и я нужны Хуаресу. Не бойся, я смогу защитить тебя. Между прочим, у нее уже есть один защитник. Предупреждаю, брат, не переходи мне дорогу. Рэй? Что ты тут делаешь? Повозку бросил? Нет, ее забрали команчи. То есть можно возвращаться к Мендосе? Да, но зачем? За ружьями. Апачи меняют медальон на них. Ты забыл? А, те ружья. То есть наши им не сгодятся. Ладно, идем. Хуарес! Не стреляй! Это мои болваны!
Я думал, тебя убили, как остальных. Вы крутые ребята. Уже второй раз спасли мою Марису, а я-то принял вас за команчей. А где моя повозка? Ее забрали команчи. Может, хоть теперь отстанут? Вот что. Спасибо, что вернули мою женщину. Но теперь надо вернуть повозку. В ней же была сотня ружей. Ой, черт. Ну, вряд ли они ушли далеко. В седло, амигос. А ведь они даже не пытались замести следы.